только трэш, блядь. Итак, мы добрались до точки, где у нас будет миссия. Сейчас мы, короче, возьмем, сделаем лекарство и... А мы не сможем сделать лекарство. Ладно. В запасе останется, на всякий случай сохранимся. Блять, обожаю летать этой хуйне. Я реально хотел бы полетать на ней вживую и упасть нахуй где-нибудь. Ну не на такой высоте, точно. Хотя нет. Честно, вот при всем желании, я бы вот... У меня вот младшая дочка есть, она вот как я. Она, когда видит, как делают старшие, или как другие дети вообще делают что-то, она потом повторяет, если видит, что это безопасно и нормально. Так же ты у меня. То есть она вот от меня взяла это все. То есть, хочешь, чтобы все было окей? Ну, блядь, убедись сначала 200 раз, что это действительно окей. И то есть, ребенок это генетически перенял, я ребенка этого не учил. Ну так вот, если бы я увидел, как на параплане летают, и все, заебись, прям с того же места, вот, как где я и вылетел. Я бы, безусловно, блядь. Потом, если бы я один раз попробовал, я бы уже потом бы летал постоянно. И особого материала делается параплан, поэтому я думаю, я бы спиздил его буче там на самом деле. Так уж и быть, спизжу твою шкуру, потому что, наверное, много денег. Давай, скушай меня. Сколько шкур, блядь? Блядь, она еще и с той стороны. Разработчики, блядь, раскидали все сокровища, что, блядь, просто невозможно. Блядь, мне пригодился бы такой склад. Я бы хранил там инструменты всякие, блядь, все свои вещи. Вообще все. Там, вот здесь бы я сидел бы за ноутом, блядь, поставил бы свой любимый микрофончик и все прочее, и записывал бы видосы. Только записывал бы, наверное, другие. Не такие, типа, всем привет, с вами Доки Трэш. Наоборот, я бы записывал, помогите, блядь, я, блядь, тут в лесу в каком-то. Так, что-то я запизделся, нам, короче, нужно сейчас... Блядь, ебать, тут подниматься еще в пизду. Такое ощущение иногда, то, что я думаю, лучше, когда записываюсь, вообще лишнего ничего не делать, просто, блядь, реально, вот проходить сюжет, все радоваться всему этому. А все остальное можно и потом. Какая нахуй разница? Реликвии нашел уже, надо 120, блядь. 117 еще осталось, ёб твою мать. Хотя, с другой стороны, знаете, в пизду. Я лучше пойду прям сейчас залезу на этот мост ебучий и на мосту, блядь, все ёбну. А чё тут? За 5 тяг поднялся и все. Зато столько денег, блядь. Виртуальных. Хотелось бы столько настоящих. Я бы сейчас, блядь, шиковал бы нахуй и все. Я бы купил бы новую технику еще вдобавок. Я бы обставил комнату, и все было бы заебись настолько, что вы бы видели мое ебало. Просто из-за того, что моя комната еще не приготовлена к тому, но я уже готовлю к этому. Вы пока мое ебало не видите, так бы видели. Мои милые детки никогда мне не мешают записывать, в основном, поэтому я бы записывал со своим лицом. Но пока что я записываю так. Так, почему мне... Напоминает сталкер. Да блять! Идите нахуй, не хочу я. А может нет, не идите нахуй. Может я сейчас пойду нахуй. Так, давай-ка это. Все. Баки-бак. Боец Баки. Давай, боец Баки. Иди нахуй. Ах, следующий раз не буду жрать. Как? Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я? Боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Но, Джесс, не волнуйся. Взять Кита. Кит. Кит теперь все время плачет. Он становится нытиком. Заткнись. Не-не-не, у нас опять урок истории. Слушай, помнишь Джен Хэ? Его корабли везли богатство для династии Мин. Помнишь?
Да, мистер Баксер, конечно, помню. Отвечай так. Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Джанхэ был капитан Линкон. И Линкон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут. Начал порабощать местных, но Джанхэ... О, чертов Джанхэ, нашел и потопил его империю за пару лет. А что с сокровищами? Отличный вопрос, Джейсон. Умный. Сокровище? Сокровище. Неизвестно, где они. Не на судне. А Линкон? Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и пошки. Весь остров перерыли. Но никто не знал, где он. Ты уж не мешкай, Джесс. Иди. Удачи. Джесс. Он меня просто как тёлку называет, потому что меня выебать хочет, как этого моего дружка, блядь. Не, в натуре, вот просто зайдите на YouTube, поищите там видео, подробности, что он с ним делал, да. Тут просто и по игре понятно будет, но так, приблизительно. А по факту, да. И он, получается, также ко мне присматривается. Он один в один, не только рубашка, он вообще целиком похож на чувака из Vice City. Это реально как будто вот этот главный герой из Vice City с ума сошел просто, и все. Иду прямо под обвал. О, блядь, это уже Outlast. Второй. Вагонетки, шахты и так далее. Все, начинаем бомбежку. Знаете, я человек простой. Вижу, блядь, пирата, ебашу его. Просто ебашу. Блять, прям точно в цель попал. Сука! Сука, и сгорел нахуй сразу. Чё за хуйня? Так. Раз, два, три, четыре. А, подожди. Ой. А, он одну поставил. Всё нахуй. Давай, я тебя хоть... Тебя посмонать хочу, сука. Так. Раз, два, три. Ну, хоть посчитал правильно. Ладно. Бедная моя обувь. По пизде пошла. Она ноги воняет, ёпты мать. Настроение для барбекю. Денег дохуя. Гранаты кончились. А, у меня же винтовка есть, точно. Винтовочка. Ну и все.
Нам еще тут предлагали, блядь, что-то пихать, толкать, нахуй надо. Сумасшедшая хуйня. Он не успеет добежать, конечно. Да похуй. А успеет. Нет, не успел. Ладно, ладно. Так. Так, у нас есть теперь еще более крутую. Это броня. Она какая-то вообще крутизна полная. Броню мы нахерачиваем. На себя. И таким образом немножко обезопасиваем от преждевременной смерти. Ай. Но! Так, мы сейчас берем вот эту хуйню и все. У него это винтовка? Нет, это не винтовка. Так, дальше идем. Ничего нету. Трупчики. Блять, неважно, какие трупы, я вообще прям. Мне неприятно вообще даже видеть их. Я бы вживую не смог бы видеть. О, у меня же вот это теперь есть. Сука, у меня только мины. Пидорасы, а? Ладно. Ой! Прям во время записи, ёб твою мать. А. Дай бог кто-нибудь скажет мне, будь здоров. Ну ладно, хуй с ним. Отправляемся. А куда мы отправляемся? Вот сюда отправляемся. А, вот он, пидри. А! Нет, оружие пригодится. Вот сейчас оно пригодится мне. Сам сгорел, да? Ты, гандон. Как же я не люблю чуваков, которые горят, блядь. Ну и все нахуй. Обрушу крышу. Давно придумал, я только сейчас, блядь, вернее, сразу придумал вообще. Давай, сделай что-нибудь!
Я как истинный коммунист, я просто буду идти напролом, блядь. Откуда у тебя такой маленький ножичек? Ты там чё, в перерыве между боями хлеб с маслом наворачиваешь? Так, открываем, наверное, его. Как мы обычно это делаем. А, нет, с помощью диска. Либо я помню, что с помощью диска, либо я просто угадал. Или угадал, но потому что подсознательно помнил. Хуй его знает. Так, открываем дверь. Варанчик. Сколько у нас там уже? О, у меня почти рюкзак наполнился, круто. Да, это не страшно. Хоп. Но у нас еще просто дохера средств, чтобы создать лекарства. Поэтому мы сейчас лекарства все посоздадим и место освободим. Так, подожди. Два, три, так. Ага, все. Поэтому все заебись. Тупик. Тупик, ну ясно, но... По-моему... Нормал, да и все будет. Тут должен быть выключатель. Мне интересно, что здесь? Усыпальницы в виде черепах, что ли? Ха! Ничего себе. Под воду уходишь и видишь такую хуйню. Так. Темная вода, блядь. Здесь ничего нету, ладно. Дальше. Все пооткрывалось, блядь. Идем. Не пробить, значит, это непробиваемая хуйня. Ладно, не пробьем, так пойдем дальше. А толку? Переживать за это. Так, у нас здесь. Просто может выяснится, что если я открою, куплю карту и выяснится, что здесь реально было золото, я просто просрал золото. Так. Раз, два, три. Нет, два. Это же отсылка к Бэтмену какому-то. Уже три игры обнаружил, отсылка к которым. Две шкуры варана.
Почему у меня плохое предчувствие? Серьезно, у него плохое предчувствие должно быть ко всему. Но он уже с ума сходит потихонечку. Он как бы, ну, привыкает к этой обкуренности, колоться с химикатами, блядь, с наркотиками баловаться и прочее, прочее. Поэтому такая вот хуйня. Вот там, где первый раз я кольцо нашел, по-моему, вот там будет это продолжение. Ах! Такой, заебись, смотрит. Нажимать не надо, но слава богу. Фу-фу. Ясно, здесь не выбраться. Красивая змейка. Ай, еб твою мать, ебучие змеи. И сдох. Только потому, что, блядь, засмотрелся на змею. Нет, я засмотрелся на змею, но потом надо было разогнаться, но я не разогнался. Чего? Шкура толстая, охуеть, ножом просто не пробить, чё, серьёзно? У нас скоро, блядь, наполнится эта хуйня, и все, мы ничего не сможем. Так, взяли вот это, взяли вот то. Жалко, что только 4 оружия можно взять, вот что меня тревожит. Надеюсь, блядь, я не поторопился. Поторопился. Все рушится. Надо было собрать сначала все, а потом съебываться. А-а-а, подождите. О, нихера себе, у меня оружие пропало, я такой слабко находил. Как няшка какая-то ебучая. Идем на выход, идем на выход. Сейчас мы, блядь, здесь все проебем нахуй. Ко всем хуям, блядь. А это уже мне напоминает, не Far Cry, а Call of Cthulhu. Ту самую легендарную, которую я проходил, и старую, которую... Легендарная не потому, что проходил я, потому что она сама по себе легендарная. Вот теперь мы нашли наверх. Сейчас мы выходим, встречаем Бака, и он говорит, еще там что-то надо было сделать. А, еще в третью какую-то точку, локацию, там, да, и четвертую уже, если корабль посчитать. Там будет ангар. Да ты мой любимый ученик. Эй, не подходи. О, так теперь ты тут главный, да? Гектор, я тут, похоже, больше не главный. Так что разбирай все и... Не забудь вспороть кита от паха до шеи, ладно? Стой! Постой. В чем дело? Ты здесь главный. Гектор! Все хорошо. Я снова главный. Да не трогай кита. Нет. Так, как успехи с ножом, а? Думаю, я близок. Близко, сэр. Ты шутишь? Ладно, ладно, близок, сэр! Давай, собирай компас. Я бы ему так сказал, ультиматум. Ты же знаешь, что я не пойду искать, если ты, блядь, я отчалив... убьешь его. Удачи. Еще по жопе меня шлепни, сука. И хуем по лбу. А, да, давай, короче... Блядь, киболот красивый. Кисель какой-то, блядь. Ебучий. Так, короче, идем к этому, блядь. К этой хуйне ебучей. Которая... Точка следующая, блядь, миссии. Забудь. Так, что там у нас тут? Какие-то сокровища? Что за сокровища? А, хуй там, они наверху. Угу.
Так, отмотаем до того момента, где мы уже дошли до этого места. Я приехал. Блять, Бодя, у тебя 7 лет, 8 лет стажу. Ёб твою мать, как так можно было? Ладно, похуй, ё, мы идем дальше. Ой, повыполнял, короче, я задания, которые помогут мне оснаститься новыми рюкзаками и сумками, чтобы нести с собой, что позволит мне нести больше с собой всяких медикаментов, оружия и прочего-прочего. В общем, я прокачал до конца все. Итак, мы с вами приходим сюда. Мы с вами. Я один прихожу. По нему попасть нельзя, жалко. Уже 3 диска. Компас на одном. Указывает вниз. Да? Где привет? О, что ж ты. Учим историю. Могила Лина Кона. Есть легенда, что он стал типа фараона и заставил местных построить ему гробницу, прежде чем Джан Хэ сжег его империю. Никто не знал, где эта гробница. Но... у меня есть догадка. Бон вояж, друг. Не проблема, сделаю. Криво, но я сделал. Ну все, короче, мы прыгнули с этой хуйни. Первый раз это было безумно страшно. Наверное, у меня была фобия боязни страха высоты и... боязнь страха высоты. У меня был страх высоты, а не боязнь страха высоты. И поэтому, собственно, я... прыгал так... прям пиздец, как охуенно. А на самом деле здесь нихуя не страшно. Причем, зная эту игру от и до, зная, в каком году она вышла и... какой сейчас год, какие сейчас игры, эти игры уже практически не реалистичные, они больше рисованные. Ну, старого образца игры, что поделать. Мне кажется ли это? Да? Да, че-то. Че-то туша. Здесь не хватает, как в Assassin's Creed, или как еще во многих играх, такая хрень, как в Бэтмене особенно, где вот... ой. Такая хрень, типа, которая показывает, как и чё, куда идти. Ну, кроме компаса, я имею в виду. Тебя револьвер погубит, чувак, мой. Крутой револьвер, вообще. Вот функция вот эта вот... ой, функция. Раздел «Любимое оружие». Там, где покупаешь, блядь, оружие уже подготовленное ко всему, ко всей, блядь, хуйне в этой жизни. И ты охуеваешь от того, как ты с легкостью, с помощью обычного револьвера захуячиваешь, блядь, бронированного солдата с пулеметом. И я его променял, блядь, только на какой-то ебучий пулемет. Я уже так охуел, что я уже думаю, блять, револьвер. Крутая вещь, пулемет, хуйня. Это не так. Не. Такое ощущение, что я играю реально за безумца. То есть они все подготовлены, они, блять, наемники. Наверное, не раз уже как-то участвовали в боевых заданиях каких-то. А я какой-то придурок, блять, который отдыхал, веселился, и тут взял автомат, начал что-то убивать без нихуя, и все. Ну это ж, блядь, не так же. В реальности я так не сделал, но... в игре чё бы и нет. А чё бы в игре бы и нет, вы... тем более это плохие, ребят. Я бы не играл бы в игру, если бы там можно было играть за плохого парня, и надо что-то там с хорошими людьми делать. Не.
Ну, за исключением, если ты играешь в прототип. Там ты играешь за вирус, по сути, и все. Спалил, короче, блядь, следующую игру, которую я буду проходить. Обе части. Блядь, как я помню эту пещеру, сука. Я знаю, что есть эта пещера, но я помню просто ее по ощущениям. Я туда проходил, играл, не записывал нихуя. Может, уже приколы какие-то снимал, но не записывал игры. И поэтому я помню, что я проходил этот момент. И до этого проходил много раз. Сколько здесь матерился, а? Опа. А тебе не будет? Пс. Ладно, пора перестать выебываться. Тут прямо паутина. Так, мы готовы. Мы уже подлечились. Нам нужно это. Лекарство нам нужно разработать. Если мы лекарство не разработаем, нам будет полная хана. Если нам будет нам. А, лекарство нельзя разработать. Все, пиздец нам будет туда. Все нахуй. Ладно, что другие лекарства. Разработали лекарство, сейчас вам очко разработаем. Так. Оп. И а не упал. Самое интересное, что оружие, которое любимое, в разделе любимое, оно очень легко в перезарядке, абсолютно все. Оно и быстрое, оно во всех отношениях качественное. Я хер узнает почему-то. Нихуя себе. Ребят, мне очень жаль, что я с вами так быстро расправился. Мне действительно хотелось, чтобы вы побегали еще немножко, чтобы было честно, чтобы мы там в схватку вступили, и чтобы вы упали такие: о, я умираю, скажи семье, что я люблю, и скажу тебе нет, семья, скажу нет, ты моя семья. А вы как эти, блядь, куклы просто какие-то, блядь. Стоите, стоите и падаете, ну, что это за хуйня? Вы не эти, не пираты, вы чмыри какие-то. Не похуй на вас всех, я иду вот сюда. Да. Так-с. Тут ничего, помощь! Ух. Ну хорошо, хоть я убиваю их, и сразу то, ну, то есть мне все вот это возвращается. Заебись. Блять, деньги забирай, пидрила. Так, мне это все заебало. Так, ребят. Вы, конечно, хорошие ребята. Вы... Не, подожди, вы нихуя не хорошие ребята. Я имею в виду, вы классные ребята. Мне с вами весело. Хоть мне сами весело, придется вас кокнуть. Тут, кажись, кислота. Я туда не пойду. Туда и ходить не надо, дурачок. Нужно обходить вот эти хуйни. Просто и все. Кислотные. Ой. Вот такая взрывчатка есть опасная. На самом-то деле. Че, и растворился нахуй, нет? Уа-ха-ха! Не пизда. Кому ты говоришь, блядь? Все сдохли уже. Все сдохли, только ты остался. И тебя уже не осталось. Ладно, печалька. Помянем, помянем. Это что я говорю? Нихуя мы не помянем. Мы не помянем. Усиление чувств. Чувство охотника. Еще какая-нибудь хуйня. Ага, все. Ну, ладно, лады. Чё,
хуярит по мне ракетами еще, а, сволочи. Ха-ха-ха-ха-ха. Все хорошо будет. Я сейчас живой буду, нормально все будет. Надо просто вернуться обратно и воодушевиться, блин. Подлечиться и вернуться. Все. Какой же ты сук. Ты че, сук? Ай! Ай-яй-яй, и сдох! Классно, блядь, классно! Кто-то слишком часто балуется. Мне кажется, надо перестать баловаться уже и вполне начать уже серьезно к этому относиться и разъебать их всех нахуй. Ой. Разъеб. 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 Нет, не разъеб. Разъеб. Самое интересное, что как-то странно, а я перезагрузился, и там уже все сдохли. А тут... Чё за тройничок? И без меня. Мне кажется, они не в таком порядке падали. Еще кто-то был, нет? Показалось. О! И упал. Ай, блядь, как будто специально подвиг. Откроют только те, у кого есть части от этой хуйни. Кто-то охранял? Или кого-то убили? Вот здесь эта хуйня, которую мы видели там. Как просторно. Это ж, представляете, какая древняя могущественная цивилизация все это построила, блядь. Отлила металл, который еще какую-то энергию, блядь, из себя. Либо пришельцы, либо чё. Пахнет серой. Или это несет от меня? От тебя пахнет серой, чувак, ты в аду. Так, мы отправляемся к ебеням. Эй, сука, стой! Пидарас, пидарасина, давай, давай. Открывайся, Сезам. Он уже пошутил таки надо. Но тут надо будет более оригинальным. А, он когда прицеливается, наверное, вот так вот от штучки. Только сейчас подумал об этом, ничего себе. Тупой. Я не понимаю, откуда здесь ящуры. Они, наверное, пробрались из какие-то щели. Они что, разве по щелькам лазят? Раз, два. Я думаю, вообще не смотреть больше на рюкзак. Вот когда наполнится, там оповестит. Это он про кого? Про Линкон или кто-то? Чью гробницу мы сейчас атакуем? Он не был психанутым. Просто это же власть, она одурманивает. Чё вы хотите-то, если власть-то одурманивает?
Что-то не подсказывает, там я выходить буду. Ладно. Да, он тут же ебать нахуй. Вот ты. Нет, я хочу жить! Быстрей! Самая страшная смерть, блять, это когда тебя, блять, в ловушку, когда тебя прижимают, нахуй, вот это, этим камнями, это ж пиздец, все это. Как этот будешь, блять, очень такая, блять, кричащая, громкая виноградинка. Фу. Тебя нет. На этот раз нет. Ты нашел? Нож? Гробницу? Да, нож у меня. Я иду. Встретимся у меня. Сейчас будет самое интересное, так как мы туда придем, он захочет нас трахнуть. Буквально, это же, блядь, насильник нахуй какой-то там. И сейчас будем красиво под спецэффекты, под ультрафиолет, блядь, с ним пиздиться. Как будто бы это, блядь, не бой, а просто какой-то танец, хуй его знает. Как будто это просто вот мы чилим с ножами, блядь, как в КС, один на один, нож на нож. А теперь давайте-ка посмотрим. Вы хотите сказать то, что он все это время был в Бэттауне? Там, где мы видели человека в белом костюме? По-моему, там? Чё, вы что, издеваетесь? То есть я всю дорогу помогал придурку. Я вообще, я хуй узнает, я... Я логику уже все больше в этой игре не замечаю. Мы почти-то зататуированы почти что. Так, как мы попадем на ту сторону? Наверное, обойдем гору с этой стороны. Да. А еще создается впечатление, что у меня вообще вот куча оружия, но нахуй не нужно. То есть я могу просто с одним оружием ходить и всех ебашить. А патроны собирают с помощью скрытого убийства. Собственно, чего бы и нет. Хотя, мне нравится ходить с ракетницей. Да как не попасть-то сюда, господи. Обходим нахуй все. Я бы в магазин зашел, затарился, так... Пока нечем. Я думаю, мы возьмем часть любимого оружия и часть всяких гранатометов только потом, когда уже попадем на другой остров. Там это вообще будет тема. И... ух ты, надо потом пройти испытание. Типа я такой крутой. Я вот что думаю, короче, надо взять частичное оружие из гранат, всяких гранатомет, всяких взрывчатых больших ракетниц и любимого оружия, и, собственно, все. Я бы вот оставил винтовку. Оставил бы винтовку и вот этот пистолет, вот этот вот, да, автомат, пистолет-автомат. И заебись, блядь, было. Так, все, заходим. Уже переоделся. Нашел его. Ладно, давай сюда. Начало кит. Ладно. Он за дверью. Нужно отдать должное китаёзам. Когда они режут тебя, они делают это кроваво. Представь, что тебя им убили. Все равно, что быть убитым пером Шекспира. О, кит. Он его здесь чпокал, что ли? Прошу, хватит, прошу, умоляю вас. Я больше не вынесу. Хотя, может, он его просто унижал. Не обязательно, что он его трахал. Может, он его просто унижал. Джейсон, вытащи меня отсюда. Умоляю тебя, умоляю. Ты должен вытащить меня, друг. Я тебя вытащу, Кит. Надо... Он должен был обрадоваться. Обещай. Ёб твою мать! Обещай мне. Друг, тебя просто посадили. Он вытащи меня, вытащи меня. Кстати, насчет этого. Я ведь щедр, да? И я бы хотел отблагодарить тебя, знаешь. Правильно. По-мужски. Ты сказал, что мы сможем уйти. Не-не-не-не-не. Я вообще сказал, что Кит пойдет с тобой, но ты никуда не пойдешь. Мы выйдем отсюда! Выйдешь, когда я разрешу. Возьму тебя окровавленным. Люблю мясо с кровью. Ой, блядь.
хочется уебать нахуй таких уебанов, нахуй, за такие слова, мысли, пиздец. Ой-ой-ой. Ты чего такой неласковый, а? Ну и все нахуй, понял? Долбай, ящер. Достал тебе. Джейсон, ты уверен, что он мертв? Все будет хорошо. Пойдем со мной, я знаю безопасное место. Че, серьезно? Там где-то же пошариться, походить. Наверное, можно будет после игры, я хер узнает. Я после этого даже не думал о том, чтобы возвращаться в это место и искать там что-то. Ну, сейчас мы придем туда, где мы вместе там все тусуемся. Опять со всеми попизжу. Мне больше нравится морж, сказала Алиса. Ему, по крайней мере, было хоть на капельку жалко бедных устриц. Бля, какая старая сказка. Но съел он больше, чем плотник, возразил траля-ля. Мы с ним попиздим, и я наркотики там приму. Чтобы прийти в воспоминания. Не говори им об этом, хорошо? Ладно. Не говори, что пленил мужика и издевался над тобой. Я сошел с ума, друг. Думал, смогу сделать все сам. Не вышло. Ты еще отойдешь от всего этого. Я не смогу. Я найду Релли, и мы быстро вернемся в Санта-Монику. Санта-Лючия, мама мия. Релли мертв. Прости. Он пытался бежать, и его пристрелили. Кит! Мне жаль. Кит! Боже. Нет, Релли. Привет. Братан, что с тобой? Долго рассказывать. Поможем ему. Они убили его. Вас и Хойт, ублюдки. Одного брата не хватило. Я их достану. Всех. Клянусь. Ох, жопастик. Ох. Эй. Джейсон, что случилось? Релли мертв. Тебе нужно это пережить. Останься здесь, я помогу. Я могу помочь просто тебе. Не приплетай сюда нас. О чем ты говоришь? Мой брат погиб. Я должен справиться с этим сам, ладно? Ладно. Долбоёб. Я буду здесь. У меня когда с родственниками были проблемы, я наоборот ждал, что у меня... Ёб твою мать. Мне надо пару секунд перестать снимать на видео с тобой, но вы понимаете, о чем я. Так, ладно, это хуйня. Так. Как ты, блядь, за 5 тех, кто съебался, блядь, быстро? А ничего так, травка. Слышал про твоих братьев. Я... Это Галяк. Ты, блядь, лохматый придурок. Подруги со смерти отца. Ты, блядь... До сих пор. А наркоман ёбаный, блядь, сидит... Повезло с тобой. Мои родители... Слишком много летали по всему миру, чтобы замечать меня. Ебать, ребенок эгоист. Впервые моя семья. Терять Ралли Гранта... Это больно. Да. Это больно, серьезно, Ралли Грант, ёб твою мать. Боже, нет, не сходи с пути, и ты вытащишь нас, тех, кто остался. Черт, какой же я нытик. Наверное, это с позавчерашней экстази, синдром вторника. Прости. Сука, да уебать никак. Бы по плечу и сказать... Слышь, идиот, идем нахуй со мной туда, ебашим, блядь, спасать всех остальных. Заебись, хорошо, блядь. Я пойду один всех ебашить там, блядь, пиратов, а ты, блядь, сиди кури наркотики. Ёб твою мать.
Это всего лишь игра. Но бомбит, конечно, так, как будто это, блядь, я там стою, и это, блядь, мои друзья так мне говорят. Менталитет разный у нас. Но хотя, с другой стороны, он же наоборот хочет, чтобы они все... Он же их спас не просто так же, он, блядь, не хочет, чтобы они, это, подохли все. Поэтому он никуда их не упускает, и куда сидите, все, не просит их о помощи. Хотя мог бы, но он слишком много на себя берет, и в итоге вот он и огребет потом из-за этого. И все. Покиньте пещеру. Не хочу я покидать пещеру, я хочу наркотики принять, наркотики. Вот этот MM Dance очень вкусный, вот этот красненький, красненький. Вообще прям, это наверное, который с шоколадом, но мне с орешками больше нравится, они побольше, кажется. Они вкусные. Ну ладно, съедим такой. Так что не кушайте MM Dance, ребята, потому что от просроченного MM Dance вот что бывает. Робот! Робот! Я робот, долбоёб. Найдёт. Вот этот музон по мне. Вот этот музон классный. О, блядь, я потанцевал бы. Напали на нас пиздюки, потому что, блядь, мы тогда им хуй его знает. Джейсон, задняя дверь. Сюда! Это нас вывел. Специально нам в доверие. Короче, он. И он именно этот пиздюк нас и отправил на этот ебучий остров. Еще и раком стал. Вы ебите меня за это. Что это за Стас Костюшкин, блядь? Наш друг. Рикардо Милос. Все-таки чистенькие. Ты хочешь татуировку Янтру? Да. Я знаю крутого художника у станции Сиам. Ах да, народ, это Дук. Он тут диджей, вообще отличный парень. Эй, Дук. Эй, Дук. А, Джейсон говорит, вы путешествуете в Азии. Бангкок, последняя остановка. Хороший выбор, тут не соскучишься. Определенно. Ты в курсе? И что, какие дальше планы? Да мы так, плывем по течению. Вы это... У вас бабки есть? Да, яхту снять хватит. Этот чел может. Я знаю один остров. Там можно делать что угодно. Вау. Ладно, а что там с экстримом? Кайдайвинг? Черт. Берете самолет и на парашюте прямо в рай. Вот это я понимаю. Прыжок наугад. Это рискованно. О, да ладно. Нет, это рискованно. Вылет завтра. Давай, соглашайся. Да что ты как тряпка. Видишь, Лиза, нам подходит. Мы должны прыгнуть. Мы участвуем. Ну и где этот остров? Вот это говно нас и подставил в итоге. У него даже футболка красная. Он за вас был. Но он зазывал. Он, то есть вообще прям за жопой этого острова, блядь. И он так направляет людей. Ну и вот такая вот хуйня. Жалко, что тут его не встретишь. А может быть, он среди этих и был, просто в платке ходил, и я выполняю задание о наемном убийстве, я просто убил его и забыл про это. Хуй его знает. Там в сюжете его нет вообще больше. Хотя, возможно, он просто не зазывал, а чувак, который чисто случайно с красной футболкой. В этой игре, где все враги с красной футболкой. Я не знаю. Так, еще раз? Еще раз можно принять? Eat me! Все, я все сожрал нахуй. Ну, поговорим еще с ней. Кит уснул. Ему, похоже, досталось. Как дела в мире? Я будто неуязвимый. И я беспокоюсь о вас. Да. Ты слышал о Райле? Не хочу об этом говорить. Правда. Что это? А, это... Это из гробницы китайского воина. Я бы лучше от него избавилась. Почему? Этот нож спасет нас.
Не дай красивому виду запутать тебя. Ножи отнимают людей, они возвращают. А еще ему можно колбасу резать. Дура. Ну сразу видно, не хозяюшка. Он, видимо, думал о колбаске. Да, охотничью колбаску сейчас порежу, пока... пока бегаю по лесу. Че, с тобой боя можно попиздеть? Или ты опять будешь курить травку, сука, обоссать бы тебя? Так, дальше у нас будет задание, наверное, по... Вообще, по этому острову. Вот эти короткие мини-задания. Прикольные они. Сейчас мы попробуем пройти.